По традиции в этот день оперуполномоченные собираются на краевом съезде. Перед его началом губернатору провели экскурсию по учебным классам и показали, как сегодня готовят будущих участковых. В аудиториях все условия максимально приближены к реальным. Здесь и импровизированная дежурная часть, мини-квартира с настоящими жильцами, пункт полиции и даже рентгеновские установки для досмотра багажа. Участковых полиции нередко привлекают к большим массовым мероприятиям. Самое главное подтверждение, что у вас теория с практикой не расходится. Ну, точно, что имитация в учебном корпусе. Важно, чтобы в реальной жизни срабатывала. Здесь какая-то ошибка пройдет стороной, а в реальной жизни она уже будет непростительной. Поэтому лучше здесь ошибаться, а там делать профессионально и качественно свою работу. На Кубани сегодня работают около 2000 участковых. С начала года они выявили более 60 тысяч административных правонарушений. Также благодаря их работе на 13% удалось снизить количество тяжких бытовых преступлений. Сегодня лучшим сотрудникам вручат ключи от служебного жилья и благодарственные письма.